Всем привет, с вами Евгех. Я думаю, вы уже заждались новый выпуск про лотерейные билетики. И сегодня мы будем вновь стирать эти самые билеты. И в этом мне помогут две очаровательные девушки. Именно они будут вершить нашу судьбу, друзья мои. Именно они будут стирать эти самые лотерейные билеты. Если вы ждали этот выпуск, то вы можете прямо сейчас, вот ты, дружище, 2 секунды подрать, поставить лайк. И, может быть, нам что-нибудь обязательно выпадет. Ну, в смысле, мы что-то выиграем с этих лотерейных билетов. В этом выпуске мы стираем не какое-то определенное количество билетов, мы просто накупили билеты на 15 тысяч рублей, начиная с билетов по... Сколько они стоят, сейчас я скажу. 30 рублей, 25, и закончим билетиками за 50 рублей. Таких билетов у нас очень много. В сумме мы купили билетов примерно на 15 тысяч рублей. Там плюс-минус какая-то сумма, я вам точно не скажу, потому что мы их сейчас не пересчитывали. Но примерно на такую сумму купили билеты. Так, девчонки, сейчас буду стирать билетики, я буду просто на это смотреть, потому что мне не очень получается, мне не везет. Зайди ближе, покажи. Значит, смотрите, нужно стирать здесь, здесь. Здесь буква, здесь выигрыш. Нужно собрать слово «старт». Если собираем слово «старт», мы что-то выигрываем. Все, можете начинать. Можете начинать стирать. И если билет... здесь 3 цифры, короче, да. Если они совпадают, то идет такой выигрыш, получается. Собственно, вот так в роликах про лотерейные билеты мы эксплуатируем женщин, мы заставляем их стирать лотерейные билеты. Я знаю, что многие ждали этот выпуск. Вы ждали его месяц. У нас просто не получалось его никак снять. И только сейчас у нас появилось время осенью, в сентябре. Есть какой-нибудь выигрыш? 60 рублей. Отлично, мы уже можем на 1,5 литра заправить эту малышку. В принципе, да. Жигулевского. Все проигрышные, ну, все просто билеты даже можно просто откладывать в сторону, а потом мы в конце подсчитаем, сколько у нас выигрышных билетов и так далее. Блин, 15 тысяч, ясно, нет. Ну, мы еще выиграли 30. Я думаю, что мы не сможем собрать это слово «старт», потому что нам не везет. Давай я... эти билеты, я буду просто в сторону брать, чтобы они не дышали. Еще 60 рублей. Замечательно. 30? Где 60? Вот. Там еще 30 было. Ребята, тогда просто будете это выигрышный сразу убирать в сторону. Проигрышный тоже в сторону. Мы уже придумали, что будем делать с проигрышными билетами. Мы обязательно запишем на эту тему отдельный ролик, что мы будем с ними делать. Я думаю, вам это понравится. Мы их специально все собираем и не выбрасываем ни в коем случае. Но пока что не везет. Но это самая обычная лотерея. Будет потом лотерея поинтереснее, которая за 50 рублей, вот эта лотерейка, она прям реальная. Она реально интересна. Здесь реально можно что-то выиграть. То есть тут стираешь 2 поля, там результат соперника, свой результат. Если у тебя больше, чем у соперника, то тогда ты выигрываешь какой-то определенный приз. И еще нужно слово собрать. Ну, собрать слово «Сочи», мне кажется, нереально здесь. Как и везде, я думаю. Нам пока не сильно, да, везет? Там по 30 рублей. Ну, по 30 рублей, то есть билеты сами себя купают, но пока что 300 тысяч мы с вами не видим. Мы не отчаиваемся, но пока что как бы не особо. 30 рублей. Пока не особо. Но мы будем надеяться с вами, что нам что-нибудь обязательно выпадет. Ну, в смысле, можем что-то выиграть. Если тебе неудобно, я могу помогать тебе поправлять волосы. Если что. Уже 210 рублей. Неплохо, неплохо, ребят. Потратили, правда, пока 15, но... Я так понимаю, одной не везет, а второй все 60-30, да? Да. Вот еще 30. Я бы тоже с радостью постирал, может быть, в конце, там, я ногтем что-нибудь постираю, и мне что-нибудь обязательно попадется. Ты не поправляешь мне волосы. Ну, блин, это странно, да. Я пошутил, на самом деле. Ну-ка, неплохо. Ну-ка, покажи. Серьезно? Да, 300. Серьезно, 300 рублей. Да. Ребят, сколько рублей выиграли? 300. Нифига себе, 300 рублей, друзья мои. Три соточки мы выиграли. И посмотрите, ребят, какой у нас замечательный вид. Вот он, наш город. Это город Томск. Это самый лучший город. Самый лучший. Я люблю Томск. Самый лучший город на свете. Я серьезно, я люблю Томск. Томск. Там билет улетел один. Что это такое? Улетел билет? Ну ничего, не делал.
выигрышный? Наверное. Оставьте его там. Самое интересное, серьезно, начнется, когда мы будем стирать вот эти вот билетики по 50 рублей, потому что именно в этих билетиках может реально что-то годное попасться. Я прям серьезно верю в это. Здесь один приз, 3 миллиона рублей, один приз, два приза по 100 тысяч рублей, 125 призов по 20 тысяч рублей, 250 по 10 тысяч и 250 по 1000. Поэтому мы можем здесь что-то выиграть тоже. Прям верим. А раньше сами покупали такие билетики, девчонки? У меня папа раньше играл в то, что русское лото, да. И он каждое воскресенье с утра смотрел там то, что по какому-то каналу, по интервью, по-моему, показывали, потому что он сидел и реально он, ну, что-то пытался, но вроде там что-то, ну, тоже мало. Что-нибудь есть? 150 рублей. О, нифига себе! Огонь! Покажи, где? А там нолик еще, ага, смотри, круто. Может там... Нету там нолика, я уже привык. Хорошо, все. А буква А нету, да? Нету. Значит, вот эти билеты еще по 25 рублей, они тоже что? Простые. Первая 1000 есть. Серьезно, 1000 рублей? Да. Круто. Ну, то есть мы уже выиграли 1000 рублей. Уже косарь можно забрать, да? Да, уже в плюс идем. Осталось 14. Все, я понял, что сделаем. Ясно. Ну, считаем, у меня, да? Все. У тебя все, да? Держите, друзья мои. Ну давай я тебя попробую. Билеты по 30 рублей, в общем-то, у нас сейчас ушли. Их ушло достаточно много сейчас. Не знаю, сколько их ушло. Я даже не считал, в принципе. Может быть, около сотни, может быть, больше, я не знаю. Примерно около сотни, наверное, ушло у нас. Может быть, побольше. 60 рублей неплохо. Ни одной буквы А, друзья мои, ни одной просто буквы А. Билеты по 30 рублей закончились, теперь вот эти по 25. Здесь просто стираете, тоже игра 1, игра 2, то есть это сколько выиграл, и там множитель, то есть x2 или сколько там. Ну, 25 рублей. Там либо умножается, либо нет. А, там тоже три цифры, да, пишется, угу. Получается. Прикольно. Ну, там если... Например, две цифры, а не три, то смысла игру 2 стирать уже нету. 1500. Ну, у нас уже 25 на 2, 50 рублей. Ого! Вся надежда реально на билеты за 50 рублей. Если мы ничего не выиграем с них, то мы реально уходим тоже в минус. Не знаю, в какой пока что, но тоже мы уйдем обязательно в минус, наверное. Хорошо. У тебя кончились, да, уже? Выиграли 500 рублей. Серьезно? Дай посмотрю. Да, счастливые руки-то да какие, ладно. А? Да, 500 рублей. Серьезно, 500 рублей, офигеть. Да. Офигеть, ребят. Подожди, а я не могу понять, да как. Вот, вот это вот. Или три одинаковые. Все, понял. Вот это круто. А то я не туда смотрю. Слушайте, ну, есть шанс. Есть шанс. Теперь давайте пингвинчик. Значит, смотрите, давайте тоже разделим их, я тогда... Я тебе тоже? Я чуть-чуть, да, постираю, просто чтобы мы побыстрее все это сделали. Значит, смотрите, что нам нужно сделать, я объясняю для зрителей. Здесь результат соперника и мой результат. Если у меня результат больше, чем у соперника, то я выигрываю какой-то приз. Вот, смотрите, например... Все три, короче, стирать? Да, то есть, смотрите, мой результат, например, у меня цифра 1. Ну, я стопудово проиграл, потому что у соперника будет больше. И здесь какой-то выигрыш. Но сейчас я его стер, но смысла стирать нет, потому что, ну, ты уже не выиграл. Вот, и вот так вот мы идем. То есть, стираем мой результат 3, у соперника опять 5. Значит, третий уже не стираем поле, потому что смысла нет. Вот у меня 6, у соперника 3. Я выиграл рублей 50. Ну, конечно. Идите. Слушай, эти интересней. Да, вот видите, я выиграл, рублей 50 я выиграю. Ну, конечно. 50 рублей я выигрываю. 7, 8. Ну, как вообще, да? Вот как? Вот у соперника такой результат может быть. А, ну, блин, зачем я третий стер, если я не выиграл? Привычка просто, друзья мои, привычка. 100 рублей.
О, я выиграла 9-2 и тут 50? 100 рублей, типа. 100 рублей? Ну, почему тебе так везет? Наверное, так я это же знаю. Хорошо. Нет, это хорошо, я ничего не говорю. Ну, с хоккеистами такая же шняга, там тоже. Тоже 100 рублей выиграла, шняга. Два раза. Мне на самом деле не очень везет. Давайте. Может быть, мне вообще не покупать билеты? Может, кто-то за меня, Ваня, должен их покупать, чтобы везло? А то что-то вообще... 50. Как думаете, сколько у нас уже здесь? Ну, 1500, даже больше. Нет, 1500. Вот здесь 100 рублей есть билет. Женя увидел 2500. Вот, 100 рублей. Ванек, я сотку выиграл, ни хрена себе, смотри. Сотка, реально. Вот еще сотка. Слушай, мы выходим в плюс. Угу. Но... Мы выиграли 50 рублей еще. Ну-ка покажи, где. Ага, круто. Но эти билеты интересней. Да, тут поинтересней, конечно. Эти чертовы пингвины. Вот как, у меня результат 8, а у соперника 9. А вот это зачем? 300 рублей. Ну-ка, серьезно? Нифига себе. Это 6 билетов покупают сразу же. Мы так технично сразу же делаем, сразу подсчитываем, сколько мы выиграли. А если они одинаковые? Да? Нет, ну нет, вообще, если бывает. Ого, миллион, ну ты зря третью стираешь. Просто посмотреть хотела, что там за цифра была. Итак, теперь у нас хоккеисты. Здесь абсолютно то же самое, то есть тоже стираем. Ребят, возьмите, пожалуйста, резиночку. Тоже стираем несколько полей. Эти просто одной лентой большой. Вот тогда тебе вот так вот, а тебе можно лентой. То есть ты можешь идти снизу, короче, вот так вот. И... Ваня, сними. Сколько здесь, друзья, как думаете? Женя, как думаешь? Я думаю, что здесь 3000. Не, подожди, 3,5. 3800. Неплохо, неплохо. Ну, на самом деле все очень плохо, потому что у нас остались. Потому что у нас остались последние билеты. А стойте, я вам, знаете, что не сказал? Нужно шайбу еще стирать. Там слово будет, короче. Ну, шайба это если совпадает, да? Просто там нужно буквы, надо... да. Ну ладно, потом еще раз сыграем. Да Сочи собрать, да? Да. Вы можете на этих не стирать, пацаны потом сотрут, я думаю, это забей тогда. Ну на выигрыш их надо, да? Да на всех, на, держи. На всех. Просто слово Сочи собрать нужно будет обязательно. Давай какие-то дать, да? А это что такое, Жень? Игра 2 не надо было? Блин, и там надо было стирать. Там была тоже игра 2, подожди. Серьезно, да? Там тоже, наверное, надо было слово собрать. Блин, там надо было пузо у него стирать. Да мне кажется, нам ни хрена не выпадет там. Ну, давайте попробуем. А, типа Сочи, да? Полюс или... Там сзади другое слово надо. О-со. Нам выпало слово соси вместо Сочи. Какое слово выпало? Соси. Соси? Вместо Сочи, да. Кажется, это слово характеризует всю эту лотерейку в целом. Здесь нет буквы Ч. Нам нужна буква Ч. Ты тоже стирай вот эти шайбочки. Ну, на тех не стирай уже, а на остальных тоже стирай. Там, как бы, чтобы сейчас не возвращаться назад. Так, вот у нас есть С, О, С. Видите, девчонки, даже погода располагает в сентябре. Ну, кстати, да, погода сейчас очень хорошая. Буква Ч мы никогда не увидим. А если вы хотите, чтобы у нас... Если вы хотите в следующем выпуске увидеть Леголаса в купальнике, то давайте наберем 1 000 000 лайков, и тогда мы уговорим Леголаса сняться в следующем выпуске в купальнике. Здесь Сочи, а здесь? На самом деле то самое чувство, когда действительно хочешь увидеть Леголаса в купальнике, а не девчонок. Вы знаете Леголаса? Да. Вы не знаете, кто это, но это наш друг просто и... Он очень известный в узких кругах. Да. Сочи, Сочи, да, тут тоже надо собрать Сочи. А, и там, и там? И получи 20 тысяч рублей. Если мы собираем слово Сочи... То мы получаем 20 тысяч рублей. Ну, соберешь ты только слово «соси», так что... Но мы собрали только слово «соси», поэтому... Тебе придется лишь насладиться этим словом. Благо Леголас подарок подарил, да? А, там снизу подписывается, типа... Выигрышных что-то нет, я почему-то не считаю, что
Ну там по 50 рублей только. Вот эти, которые в Антоне? Не-не-не-не. Антон, мне кажется, ты букву Ч не найдешь, только соси. Антон в надежде просто. Сейчас увижу, спрячу. 20 тысяч как-никак. Да не, пацаны, здесь ничего нету, нет, нет. Слышь? Ты тут еще пропустил, нет? Слегка. Слушай, слегка. Заберите меня кто-нибудь. Так что, давай. Ищи букву Ч. Сочи. Так, подожди, а где пристав? А, сколько мы выпили? Сними-ка, длинная. Ну-ка, Вика, покажи, Вань, покажи. Да, ты можешь взять, отойти? Слушай, я думаю, девчонки могут ее взять и растянуть, эту ленту. Провалась. Она провалась. Тихо-тихо. Эти-то билеты не будут. Вот. Ребят, билеты все еще не заканчиваются. Они есть, но остались буквально последние билетики. Сейчас мы узнаем, сколько мы выиграли, но у меня есть подозрение на то, что мы не выиграем с вами сегодня миллион, потому что 90% билетов уже посчитали, и там выигрыш 5 с лишним тысяч. Ой, 4. 4 с лишним тысячи даже. Ну ничего. Все? Как так-то? Вообще ничего. Ну там. Так, стойте, давайте вот эти, помогите мне. Так, смотри, вот здесь у нас соси. Буквы есть. Сейчас эксперты будут подсчитывать результаты. Они есть два эксперта. Они сейчас это Тонио и Хулио, если вы не помните. Это Тонио и Хулио. X Project, друзья, подписывайтесь. Ссылочка внизу в описании под видео. У нас будет веселее. Иди отсюда, пожалуйста. Не слушайте его. Сейчас эксперты будут подсчитывать результаты нашей игры сегодняшней в лотерею, да? Мы узнаем, сколько мы точно выиграли. А также отсосут наши эксперты или нет? Мне кажется, мы все вместе уже отсосали с этими билетами. Это шутка. Слушай, у тебя классные татуировки, кстати. Покажи татуировки. Я тоже заметил, вообще крутые. Вот, play hard. А Ч буквы ни у кого не было, да? Да не видно же ничего. Может, там есть буква Ч? Да не видно же. Подожди, play hard. Да не видно, покажи. Вот, play hard. Итак, прикинь, ни одной буквы Ч. Ни одной буквы Ч, ни одной буквы А. Да. В моих руках выигрышные лотерейные билеты на 4900 рублей. Мы потратили 15 тысяч, получили почти 5 тысяч рублей. Мы опять ушли в минус. Я уже не знаю, что делать с этими лотерейками. Так по ветру разве. Нет, это выигрышные, мы не будем их раскидывать. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарий. С вами был Евгеха. Всем удачи, всем пока.